Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Открываем сундук. Из него выпадает тяжеловоз и колесный ускоритель. Так, посмотрим новые задания. Проедь 1700 метров. Так, выиграть 5 гонок, отлично. И проедь 1700 метров на хиллклимбер МК-2. Нет уж. О, получите 250 эфирного времени. Вот это я понимаю, ребят. Наверное, скорее всего, все задания сегодня будут выполнены у нас. Естественно, сундучок, крылья, амортизаторы, колесный ускоритель, 1250 монет. Что у нас там в команде? В команде у нас, ребята, сундук. 23 сундука, ну, это маленький результат, ребят, по сравнению с тем, что у нас обычно бывает. 112 тысяч монет. У нас донатер в команде. Так, привет всем. Оу, тихо. Что это за раскладка? Вот так вот, так-то оно будет лучше, друзья мои, так оно будет лучше. Пускай маленькими буквами. Всем-всем. Здоровски, да? Всем-всем. Думаю об одном, пишу совсем другое, ребят. Это бывает такая штука. Ну что, сегодня будем брать, сколько там у нас, 9-10 тысяч кубков, я уже не помню там. По нумерации. Так, Кубок Федерации, гонка. Давай-ка, какой... Вот. Даже, наверное, мы сделаем немножко другую модификацию. Даже, наверное, мы сделаем не то, что другую модификацию. Мы вообще возьмем с тобой наши Феррари. Да, поедем именно на ней. И единственное, что надо поменять, вот. Пускай такая вот девчуля. Красная Феррари, красная шмотка у девчули. В общем, я готов. Так, а тут лихач. Блин, лихач-то, конечно... Ну, понятно, ребят, он... По прыжкам-то суперский, конечно, тут базара нет. Ой, вот это вот опасно, друзья мои, это опасно! Ядрить, ты прикинь, на этой скорости я сразу же, ребята, откочурился. То есть на офигенной скорости, если ты врезаешься, да, ну, во что-нибудь, то оказывается тебе сразу кирдык. О, если мы так будем с тобой приземляться, то я тебе скажу, далеко мы уйдем, парень. О, как далеко. Да, приземление это, конечно, не наше. В общем, тут можно сказать одним словом, ребят. Скорее всего, либо фейл, либо победа. Не ожидал. Сам от себя не ожидал, что мы вот так вот... Ну, просто на последнем трамплинчике я немножко, ребята, сбавил скорость, и получилось очень даже хорошо приземлиться. Плавно, я бы так сказал бы. Упс. Тихо. Только не кактусы. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот тебе, ребята, и сам все испортил. Опа, один загремел. Ну и что у нас тут? Да чтоб тебе... Есть. Так, получается 4. Это третья позиция у меня, ребят. Да. Вроде бы начали хорошо, но в то же время первый заезд, конечно, был вообще, ребят, не в тему. Просто взял и разбился. Несмотря на то, что у нас и защита вроде бы есть, но на такой скорости, как я понял, даже защита не помогла. Зато мы выполнили задание проехать 1700 метров. Замечательно. Слушай, ну мы еще наверстаем. Наверстаем все наши вот эти вот косяки, которые у нас были. Все у нас будет четко. Обязательно должно быть, ребята, все четко. Даже вот вертушку эту обгоним, которая сзади вроде бы хочет нас просто с тобой обогнать, но... Против моей Феррари это бесполезно. Открытый воздух. А что, бывает еще и закрытый воздух? Эй, смехотура. Смехотура, да и только. Опа, вот, блин, как же меня бесит, что она, когда приземляется на землю, все, ну как мешок с картошкой. Никакой, ребята, скорости абсолютно нету. Просто бумс и все. Хе-хе-хе, вампир. Первое место. Замечательно. Так, ну что, забираемся с тобой нашу первую награду.
Зимний шины, ускоритель, дым. Смотри, нам выиграть еще одну гонку нужно и эфирное время получить. Я думаю, никаких проблем не будет. Лесной кубок. Слушай, лесной кубок я, наверное, все-таки возьму. Не надо мне вот такую вот комбинацию, пожалуйста. Вы что делаете-то? С такой комбинацией я далеко не уеду. Слушай, я могу, например, нет? Ничего. Могу только колеса улучшить. А давай улучшим. Будет улучшенное у нас сцепление. Прям, я не знаю, прям божественно должно быть сцепление у нас на таких супер прокачанных колесах. Но тут, видишь, бро. Блин, ККМ-ка как-то вырвалась. Егорка тут, понимаешь? Вот мы с Егоркой сейчас и будем тут. Да, он все-таки, ребята, опередил. Не знаю, каким чудом у него это получилось. Может быть, потому что я там врезался нечаянно. Ну, я думаю, тут без комментариев. Все прекрасно все поняли, все увидели, что тут произошло и как тут произошло. Этот довыделывался. Как я погляжу. Давай, залетай. Опять третья позиция. Да что за непруха-то такая, а? Это еще повезло, что он... Тот ханорик разбился, бро. А он разбил. Я без комментариев. Вообще, ребята, отказала управление. Она полетела, я даже ничего не смог сделать. Просто ничего не смог сделать. Я вообще, я смотрю... Фигово вот эта вот какая-то комбинация. Лучше все-таки, наверное, брать вот это. Нет. Подожди. Вот эту, наверное, возьму я. Что-то фейлимся и фейлимся. Ну нафиг, надоело уже на самом деле это. Давай, шпарь. Тут, в принципе, можно было вместо колес, точнее, не вместо колес, а вместо крыльев взять нитро. Ну, ты понял, да? Если бы у нас, например, было бы нитро, мы бы с тобой тут бустились бы. Офигеть как. Ну, может быть, в принципе, и так все у нас получится. Сейчас проверим. Так, 250 эфирного времени я получил. Есть. Захотел этот хмырь меня обогнать. Да не тут-то было. Слабоват ты еще. Еще, так сказать, молоко на губах не обсохло. А уже рычка решил обогнать. Кто вырубил? Блин, я только хотел, думал, подлететь. А тут взяли и выключили мне. А, так это этот хмырь на своих прыгунках. Ладно. Ну что, ребят, первое место. Забрать. Крылья нам выпали. Так, о, да мы сразу два задания выполнили. Крылья, колесный ускоритель. И здесь мы получаем. Ага, защитную арматуру и ускоритель фляг. Прикинь, ребята, давно такого не было, чтобы мы выполнили все задания. Пляжный кубок. Мне все-таки непонятно, почему у меня вырубилось управление. Просто она начала на нитро ехать, и у меня просто отказали кнопки. Я ничего не смог сделать, ребят. Даже выровнять машину не мог. И я не знаю, с чем это связано. Чего? Слушай, засранец, иди отсюда, а? Нифига! Вот это да, ребята, вот это он у меня сделал. Знаешь, почему он сделал? Потому что у него машина эта очень, так сказать, непрыгучая. Она очень плавно себя ведет. Ты видишь, какая моя? Или он там еще на прыгунчиках? Я не могу просто понять. Мне не видно как бы отсюда, чем он там берет. Да, моя очень как-то прыгает слишком воздушно, так скажем. Она прыгает, зависает в воздухе на приличное количество времени. И в этот момент тебя... Всякое хламье обгоняет. Вот так вот скажем.
Ой. Есть. Фу. До последнего, ребята, сомневался, что у меня получится. Но видишь, монетки взяли и немножечко подускорились. Всем, всем, всем. Ай, Рэй, напишешь тоже. Так, ну что, трасса Билла. Я думаю, будем проходить ее на нашей супертачке, на нашей Феррари. Да, поехали. Нечего тут раздумывать. Блин. Ну как я ненавижу, а? Как я ненавижу вот эти вот приколы и их местные. В общем, первая трасса фейл. Чистой воды. Только лишь из-за того, что одни подъемы были. Это я помню, и в прошлой серии такая фигня была. А вот на остальных, по-моему, трассах я, наоборот, ребята, занимал только первые места, потому что тут подъемов больше вроде бы как нет. Тихо. Да, и здесь мы как раз-то вот вырвем победу. Вот она, первая трасса, и там будет вторая. Тут, то есть, мы вообще уже вне конкуренции. А на первой, да, к сожалению, так получается, что, ну, в подъем, ребят, моя Феррари вообще как-то не ахти. Она не тянет. Зато в остальном все у нее гуд. Ну вот, о чем я тебе и говорил. Летим просто на одном дыхании. И получаем, получается у нас первое место, да? Первое место. 10 тысяч кубков. Да, ребят, мы едем с вами за 10 тысячами кубков. Открываем сундук, смотрим, что у нас тут. Новые колеса для баги. Магнит, стартовый ускоритель и колесный ускоритель. Ну что, весенний город. День чудесный. Поехал я, на, опять же, на раллином авто. То есть на суперкаре. А сзади, смотри-ка. А сзади мотоцикл. Тоже, ребят, на монетном ускорителе. Неужели он меня еще и тут обгонит? Да он меня уже обогнал. Фига он там прыжок сделал. А тут одна гонка? И есть. Фух, какой там нафиг одна гонка, ребят? Там 4 гонки у нас. Но это было неплохо, кстати. Харри. Вот Харри-то здесь как раз, ребята, будет ехать очень аккуратно. А может быть, даже и не доедет. Кто его знает. Смотри-ка, он уже здесь. Ну че ж ты не прыгаешь-то? Че ты сразу забздел-то, а? Жим-жим сразу же, да? Вот так вот. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так-то, ребята. Как так? Да, дозлорадствовался я, короче, да, получается. Он разбился, и я следом. Вот такие вот бывают, друзья, дела. Да! Фух, помнишь, в прошлый раз тоже так же было, ребят? Думал, сейчас перевернусь, все получилось. Блин, жесть. Страшно. Как будто ты в реале можешь перевернуться. Блин, ну меня каждая тачка обогнала. Даже этот курдюк. Да ладно, что, я фури проиграю, что ли, а? Ладно, еще мотоциклу этому. Эй, мотоцикл распластала там по потолку. А мы все сделали правильно. Так, по ухабам. Знаешь, что у нас будет по ухабам? У нас будет с тобой багги. Ехать по этим самым ухабам. Это для нее, как говорится, должно быть вообще топово.
Ну, что я тебе сказал? Берет просто на изи все эти ухабы. Такое ощущение, как будто он меня подслушал. Воу. Да ладно ты, успокойся. Черножопый, едет он там. Прям одно место у него там кипит. Ну что ты, Рэй, ну ёпарасете, ну... Ну, понятно, он, короче, ушуршал. Ладно, все равно у нас первое место. Так, пустынные пещеры. Я поеду на... Блин, нафига я взял баги? Ребят, ну на ровных трассах наши, как говорится, баги здесь... Хотя я бы не сказал, что тут ровные трассы. Тут, наоборот, ребята, прыжковые трассы, так что нормально все. Да, ну если ты заехал, так... Ты что делаешь? Ты что делаешь, Рэй, блин? Ты завязывай такие фокусы, блин, делать. Кто заехал на... О, нифига, тут даже успели двое отдуплиться. Интересно. А, ну тут правильно, тут, ребята, кто-то там на скутере решил прокатиться. Глупо, конечно, тут на скутере ехать. Тут вот на чем надо ехать, на багги. Багги здесь вообще идеально подходит. Так, подожди, смотри-ка, мотоциклист-то сзади. Я удивлен. Я очень удивлен, как он вообще умудрился, ребят, здесь проехать. Ладно, сейчас посмотрим, что у нас по этой трассе получится. Перепрыгнем? Перепрыгнули. Жух. Ну, тут ты понимаешь, что вот еще бы ей крылья бы, да? Ну, тогда придется убирать крышу. А этого очень не хочется делать. Потому что без крыши мы сразу становимся уязвимыми. А так, вот так занимаем первые места. Так что уже в команде кто-то появился. А я в ролике, что ли? Даймер-гонщик. Попал, получается. Засветился. Даймирушка. В общем, ребят, зеленый кубок. Зеленый кубок. Слушай, я не помню, зеленый кубок, по-моему... Мы на супердизеле обычно его вроде бы брали, да? Врать не буду. Врать не буду, поэтому взял раллийное авто. И все равно меня всякое... Шляпа обгоняет, ребят. Первый. Прям чуть-чуть носиком, как говорится, задел. А так бы мог бы быть последним. Ну, не последним, а там где-то вторым или третьим. А так все получилось очень даже зергут. Вот это мне нравится, как мы проехали вот эти кочки. Прям... А вот это вот совсем мне не нравится. Ауч, ауч. Вставай на колеса. Есть. ЛСР там какой-то отдупился, но я, правда, еду последним. ЛСР решил то ли за мной повторить, то ли еще что-то. Короче, он вниз, ребята. Да ты вот посмотри, как вот тут все происходит. Да что с машиной-то вообще не хочет ехать, ребят. Последний. Так, получается, я третий.
Я, получается, третий. Блин, не буду я больше брать эти крылья. Дерьмище какое-то получается. Обнял. Спасибо. Так, ну что, мы... Что мы делаем? Путешествие на пальцах? Даже не знаю, баги, наверное, я возьму все-таки. Все-таки, наверное, возьмем баги. Потому что, ну, пустыня, сам понимаешь. Или же... Раз уже путешествие на пальцах, давай. Здесь, наверное, крылья, это как раз, наверное, нормально будут у нас. В зачет идти. Потому что здесь очень много прыжков, сколько я помню. Что опять не так, а? Не, ребят, все, короче. Мне кажется, надо крылья убрать и лучше взять... Как она называется-то? Скажи, я скажу. Нитро. Мне кажется, от нитро здесь будет больше выхлопа. Или же... Или же... Блин, лихач, отвали. Ой. Так, заныриваем здесь. Опять? Ну, первым. Опять это синее, ржавое ведро. Все меня, ребята, пытаются обогнать. Ну, такое ощущение, что здесь я вообще буду последним. Понятно. Короче, смотри. Все перелетели, а я, как всегда, где-то там понизу. Но я первое место все равно забрал. Что там у нас опять? Так, я видел ролик. Ну... Понятно, конечно же, ты мог его увидеть. Что, у нас опять райская бухта теперь? Ну ладно. Слушай, а вот эта вот райская бухта, если не ошибаюсь, это одна всего лишь гонка. Это как раз, когда мы едем на яхту. По-моему, так. Я могу ошибиться. Недолет, парень. Извиняй. Слушай, ну он же не долетел, все равно как-то сзади едет, а? Под воду. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Так, выныриваем. Так, сейчас будет у нас спуск вниз. Не забываем о нем. Пускай там кто хочет поверху едет, а я лично понизу. Мне так сподручней. И вот оно, ребята, первое место. На яхточке. А дальше у нас идет кубок Сумрачной долины. Слушай, баги здесь не буду я брать. Почему не буду, ребята? Потому что там очень много подъемов. И наша баги начинает здесь такое вытворять. Здесь, кстати, на суперкаре очень было бы неплохо прокатиться. Но опять же, подъемы все портят. Так, давай, 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 рычик. Есть. Тут по красоте. Тут у нас все вышло замечательно. Мы взяли первое место. Хоть сзади и прижимал там чувачок один. Опа, нифига, я только сейчас увидел у чувака, смотри. Нифига, у чувака тачка. Вот это да, ребята. Так, здесь, насколько я помню, надо вниз лучше идти. Да-да-да-да-да, вниз. Потому что я тоже тогда поверху ехал и получилась полная ерунда. А понизу себе спокойненько проехал и все, как ты видишь. Блин, нифига у чувака, там просто танк, а не машина. Просто танк. Давай, берем монетки. И аккуратнейшим образом финишируем. Все, ребята.
Очень получилось круто. Тут уж не придраться. Ну что, первое место. И забираем с тобой нашу первую награду. 7 деталей. Это у нас на скутер. Чтобы чтобы выиграть, надо зимние шины, усиленное турбо и топливный ускоритель. Не обязательно. Блин, красивые шмотки ребята раздают. Миля в пустыне. Рискнем? Рискнем, ребята, милю в пустыне проехать на суперкаре. Оу, щит! Ну давай ты заезжай, ты... Получилось. Получилось только у меня и у вертушки, как ты видишь. Сейчас будем смотреть. Смотри, он не... Фига он там летает! Да, он перелетит все это дело. Или вниз упал. Вниз скатился. Ну что ж, я его поздравляю с проигрышем. Хотя это еще не факт. Тихо, тут аккуратненько. Аккуратненько. Да чтоб тебя, какой бензин кончится. Не надо мне никакого бензина заканчиваться. Давай сюда вниз. Да что за трасса-то такая, а? То вниз, то вверх. Такая непокладистая. Фух. Да. Суперкар лучше всех, уж не говори-ка. Кубок пустыни. Блин, кубок пустыни я, наверное, буду брать тогда уж. Давай, попробуем. Да, что-то так неплохо. В принципе, отрыв сделали. А мне нравится. Есть. Прилетели довольно быстро. Даже обогнали эту никчемную вертушку. Но это всего лишь первая гонка. Их еще впереди две. А, так он, смотри, ребят, он на форсаже. Ну что, я могу ему посоветовать? Ой-ой-ой-ой-ой. В кактусы. Фига! Это что за говношмот едет? Объясни-ка мне, пожалуйста, а? Приехал попрыгунчик. Ему буквально немножко не хватило, да, ребят, нас обогнать. Там на одном трамплинчике где-нибудь подзависнуть, и все было бы оки-доки. Вертушка, ребят, у нее, я смотрю, очень хорошо развита прыгучесть. Так же, как, в принципе, и у лихача. Вот он за счет своих прыжков очень даже неплохо берет. Но до меня им далеко, естественно. Опять, блин, мистический кубок. Ну, хорошо. Я, ребят, трассу не убираю. Мистический, так мистический, поехали. Опять же все обижаются. Рэй, проходи там события или еще что-нибудь. Ребят, я же вам показывал, тачки не прокачаны. Какие, блин, события? У меня не получается их проходить нормально. Постоянно фейлимся. И толку от этого. Опа, чувак на мотоцикле. И смотри, он, главное, умудрился встать на колеса и поехать дальше. Я бы, наверное, ребят, там бы точно перевернулся. Вот 100% говорю. У меня бы не вышло бы ничего такого нормального. Вот как он контролирует свою вот эту вот скорость? Ума не понимаю, не приложу, ребят. Тем более я ездил на мотоцикле, я видел, какой он непослушный, как его нужно, ребята, контролировать. Чуть-чуть газку дал, все, тебя перевернуло. Чуть-чуть там что-нибудь, куда-нибудь уперся, все, тебя развернуло, выкинуло. То есть такая довольно такая привередливая машина, если честно. Так, ну что, мы здесь, наверное, сделаем вот так вот. Отлично. Наш фокус сработал. И это дает мне, ребята, победное первое место.
Ну что, последняя гоночка у нас. Если не ошибаюсь, это будет чисто поездочка чисто вниз. Он опять мотоцикл. Ну, на этот раз у него получилось нас обхитрить. Он умудрился перепрыгнуть поверху. Приземляется он тоже, ребят, быстрее, чем я. Ну и, соответственно, набирает скорость тоже быстрее, чем я. Так, городская вода. Городская вода у нас... Вообще, в городе, как только я вижу какую-то трассу в городе, сразу, ребята, у меня всплывает Феррари в моей голове. Все, я вспомнил. Ну вот это, конечно, сейчас зря было сделано. Чуть было не перевернулся. Давай аккуратненько, аккуратнейшим образом. Есть. Виктори, конечно же. Тут другого и быть не может, кроме как Виктори. Стоп. Почему-то многие ребята отказались ехать поверху. Ну ты видел, да? Видимо, они тоже догадались, что понизу все-таки выгоднее. Не погружайтесь. Куда мы не должны погружаться? Понял? Ой-ой-ой, это та самая трасса. Да, ребята, это та самая трасса. Уступил я в последней гонке. Ну что ж делаешь, воскресный чемпион. По-моему, тут должно быть у нас нормально. Рокси. Подожди, он, по-моему, уже только что... Рокси, ребята, полетел. Он сказал, я полечу, говорит, проверю, как там в Поднебесной. Рокси. Тут каждая секунда на счету. Тут, как говорится, не до фейловых вот этих прыжков. Опа, опять мне повезло. Я удачно довольно-таки приземлился. Вообще на изи. Вообще на изи. Бойня. Почему такое название бойня? Я понял почему. Опа, идеально, да? Прошел прям вот как учили. Блин, вот горы. В горах-то я, наверное, скорее всего, сфейлюсь. Хотя, подожди. Я пойму, у него то ли движок мощнее, чем... О, а теперь, ребята, ответочка была. Эй, твою же дивизию. Нуб, еще раз нуб. Я-то думал, что он наконец-то меня сейчас отыграет свой проигрыш в прошлый, за прошлую гонку. Но он не воспользовался этим шансом. Он умудрился даже на мосту как-то, я не знаю, перевернуться там. В общем, проиграл он. Так, дай-ка мне взять горючее. И все равно меня умудрились обогнать. А знаешь почему? Потому что здесь, блин, трасса, опять же, ребята. Прыжковая, подъемная, в общем, такая противная. Гринч везучий. Гринч везучий. Кого тут только нету. А мне надо было назваться невезучий. Ой, только не надо туда. И вот, вот тебе, ребята, итог. Итог сброс скорости. Один только везучий, ребята, всех наколол. Ну как наколол? Ну просто вовремя успел встать на колесики свои. Он, наверное, даже перед этим сбросил скорость, скорее всего, я могу так предположить. Чтобы быстрее упасть. И чтобы все было хорошо. А это у нас, походу, трасса чисто вниз будет идти. Но если чисто вниз, то, по идее, мы должны тут...
Давай, 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 рычик. Да. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. А вот и босс. Так, три этапа. Кубок Федерации. Кубок Федерации, блин. Как тут лучше ехать-то? На тебе, что ли, газовать? Я не знаю, давай попробуем. А он, ребята, супер... Он супер дизель взял, да еще и с попрыгульками. Мужик, давай завязывай. Я знаю, сейчас он там начнет, ребята, свои прыжки делать, блин. Заоблачные. Да ладно. Фух. А где он там? Вон он появился. Из-за горизонта выплыл. Поджидает гаденыш момента, да? Я тут не стал много слишком брать скорости. Видимо, здесь то же самое так надо сделать. Yeah! Все, друзья мои. Первое место нам обеспечено. Потому что две победы я уже получил. Вот так вот дизель на попрыгульках сфейлился. Но опять же, смотри, здесь у него очень даже неплохо получается. Да. В отличие от меня, который врезается в кактусы и во всякую прочую ерунду. Да, он там уже куда-то, видимо, вообще улетел. Ладно, в любом случае, ребята, первое место за мной. И я забираю 10 тысяч кубков. Фью, что там у нас в команде? Так, спасибо за ролики, Рыня, тебе. Так, ага, это мы читали, чтобы понял. Передо мной... А, передаю всем привет видео. Так, Прива. Прива. Так, ну что, событие... Блин, через один день начнется. Что у нас тут? Ну, давай посмотрим, что у нас тут. А чё, в чем прикол-то? Честно говоря, не особо понял. Поехали. Ой. Ой-ой-ой. Ну вот, вот, ребята, вот вам элементарный пример. И все, и перевернулся нафиг. Давай. Давно хотел на этой ерунде покататься. Это жесть какая-то, если честно. Поцеловалась с землей. Там мотоцикл наяривает, будь здоров. А чё на меня все искрится-то? Непонятно. Искрится и все здесь. Даже не останавливаясь. Так, и... Чё-то я не понял. А, это был, что ли, пробный заезд? Ничего. Результат хуже.
Блин, я вспомнил эту гору. Я эту, ребята, гуру вспомнил. Ну, тут-то да. Давай. Отлично. Да хочу, но у меня это электричеством-то. Так, подожди, успокойся, поехали. А, тут еще горючее. Понятно, у кого-то тоже, ребята. Нет, там есть и дальше. 590 метров зафиксировало. А здесь попробуем вот так вот, ребят. Да. Я в шоке. Я не могу, ребят, на ней ничего сделать. Я на этой... на этом мотоцикле просто разбиваюсь. Как профан. Полный. Чувак на моноколесе едет. Еще и с магнитным ускорителем. Все, он распластался. Он распластался. Ну, не забывай, что у нас эта машина не прокачана. Но даже, я смотрю, вот не на прокачанной, она очень довольно неплохо едет. А если ей поставить там ускоритель, о, это будет, наверное, вообще красота. Слушай, я считаю, неплохо. 40-е место, ребята, я занял. Отлично. Так, сколько будет... ты сколько хочешь? Получил... так, получил 10, да? Получил 10К. Так, ну что, друзья, у нас здесь гонка. Какая гонка, только непонятно. На чем? На вот этом, что ли? Вряд ли. Ладно, давайте мы, наверное, будем закругляться на этом. Всем удачи и до новых скорых видосиков.